Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Щепотка Ням. Хочу сделать обзор беляшей из светофора. Я купила огромный пакет, посмотрите, какой огромный, целый килограмм беляши с говядинкой, жареные, только разогреть. Стоят они в светофоре всего лишь 110 рублей 60 копеек. Беляши с говядиной 1 килограмм. Упаковка огромная. Здесь я посчитала 10 штук. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Посмотрите, какие они. Они большие, мягкие. Очень такие все обжаристые. Они уже готовы. Давайте масса 1 килограмм. Давайте с вами посмотрим, из чего они сделаны. Мне очень интересен состав. Он указан мелкими буквами, но тем не менее я все попробую вам показать. Значит, начинка: говядина, мясо кур, лук репчатый свежий, вода питьевая, мука соевая, соль поваренная пищевая, перец черный молотый. Так, тесто: мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт, вода питьевая, масло растительное, сахарный песок, соль поваренная, пищевая, дрожжи, хлебопекарные. Срок годности 180 суток со дня изготовления. Дата упакована на упаковке. Сделано, значит, город Дзержинск, Россия. Изделия хлебобулочные с мясной начинкой, жареные, замороженные. Возможно наличие остаточных следов крахмала, молочного белка, сухарей панировочных, пшеничной клейковины, глютена, молока, яиц, кунжута и продуктов их переработки. Способ приготовления: разогреть в СВЧ, печи можно разогреть. И способ второй: на сковороде, сняв пленку, разогреть в небольшом количестве масла в течение 5 минут, периодически переворачивая. Не содержит ГМО, знак без ГМО. Сейчас я открою, вам покажу. Беляши целая упаковка. Посмотрите, какие они большие. Вот у меня рука и прям вот такие. И есть поджаристые, есть чуть поменьше. Такие вот. Давайте покажу начинку внутри. Мягко все. Начинки достаточно много. Посмотрите, она распределена по всему количеству пирожка. И я взяла, кстати, последнюю упаковку. Там была еще вот одна оставалась. В общем, две штучки было. Я взяла одну попробовать. Если мне понравится, то, конечно, буду покупать. Но я у нас вижу эти пирожки впервые. Все раскупили. Я взяла вот практически последний, можно сказать. Давайте вам покажу, что внутри. Там говядинка, но также добавлено мясо кур. Давайте вот так разломлю. Посмотрите, очень много начинки. И что мне нравится, что по всему пирожку, видите, по всему пирожку идет прослойка мяса. Сейчас попробую. Вот кусочек взяла. Лучок чувствуется. Обычные беляши, которые вот продаются в таких магазинчиках, вот около остановок, где продаются беляши. Свежие, вкусные. Булочка. Не сильно сладкая.
А в горячем виде они будут восхитительные, просто. Вкусные беляши. 5 баллов, 5 баллов. Вкусные. Булочка тоже очень вкусная, сдобная. И начинка просто восхитительная. Вот, посмотрите. Вкусная начинка. Я прямо сейчас ее выберу. Кусочек. Чувствуется мясо вкусное, не соленое. Хорошо все прожевывается. Ничего лишнего я не чувствую. Ну, немножко отдает сои. Немножко сои отдает, ну ничего страшного. Соя ж это не вредно. Вкусно очень. В общем, хорошие вкусные пирожки. Смотрите, прям о, целая упаковка. Великолепные, молодцы. Молодцы, 1000 грамм. Один съешь и уже наешься.